А есть ли в этом зале люди, у кого отношения длятся более 5 лет? А есть такие, у кого отношения длятся более 10 лет? Так вот, скажите мне, почему так тяжело сохранить отношения в современном мире? Да? Терпения не хватает. Очень сложно встретить своего человека в этом мире. Я в браке 16 лет, и я думаю, залог успеха – хорошо готовить. Я считаю, что нужно обратиться за профессиональной помощью к астрологу, и он сделает качественную подборку вариантов. Главное не читать книжки, как спасти отношения. Не терять способность очаровываться друг другом. Почаще говорить друг другу: я люблю тебя. Я замужем 7 лет, ждем мальчика. Я считаю, что залог успеха – это заниматься сексом завтра, в обед и в ужин. И будет вам счастье, друзья. Брак убивает любовь. Брак убивает любовь. Так, у вас на пальце кольцо. Вы замужем? Yep. Да. Yes, да, я замужем. Брак много для вас значит? Я не знаю. Я не задаю себе такие вопросы. В жизни тоже мало смысла, но мы же живем, и с этим ничего не поделать. Но с мужем можно развестись. С жизнью тоже. Ну да. Вот поэтому я и люблю Россию. Здесь в каждом человеке дремлет настоящий философ. Ну что, еще версии? Да потому что сегодня невозможно сохранить любовь. Вот именно. Это и является темой моей книги. И, как вы знаете, это тема нашей сегодняшней встречи. Как сохранить любовь в современном мире? Знаете, что применили насилие по отношению к гражданке Белкиной, когда она отказалась платить? Ничего я не применял. Я ей сказал, не хочешь платить, дай за сиську подержаться. За сиську подержаться? Захотелось, да? Давай, показывай, как ты это сделал. Зачем? Тупой. Затем, что это следственный эксперимент. Давай, встаем! Я справлюсь с парнем, все нормально. Не, ну я сначала попытался, но потом-то передумал. Что, ты мать Терезу включил? Так это новая статья. Какая? Газетная, Че смеемся? Дача ложных показаний. До 5 лет. Впаяем, ребят? Легко. Показывай. Ну, быстро! Это был пик моей сексуальной жизни в этом году. Ты че, Кушкин, вообще охуел? Простите, увлекся. Извращелец. До 5 лет. Давай, показывай, что ты еще с Белкиной делал. На самом деле у меня все хорошо. На работе меня ценят, уважают.
Я не одинокая, просто я еще не встретила своего человека. А зачем встречаться с кем попало? Интересно, каким он будет, этот мой человек. Может быть, я встречу его завтра? Девушка, а вы в курсе, что у вас не тело, а Феррари? Ты что, вообще охренел? Спортзал с борделем спутал? Какой Феррари, нахуй? Покататься захотелось? Так это статья. Какая статья? Газетная, какая статья? 133 Уголовного кодекса Российской Федерации. Можете устроить гей-тур по тюрьмам России? Так я могу. Не надо. Отдуплил? Ух ты. Тело как Феррари. Почему я так боюсь мужчин? А может быть, все дело в маме? Запомни, мужчины – это зло. Они все, как твой так называемый отец, поэтому никогда не давай им повода думать, что они тебе интересны, и никогда не делай первый шаг. В нашем роду не было проституток и не будет. Мама, а зачем ты так красишься каждый день? Чтоб тебе мужчины боялись подойти? Для себя, доченька, для себя. А кто такие проститутки? Ты помнишь, как у тети Адалят на дне рождения тетя Света напилась? Помню. Так вот, они еще хуже. Я не хочу быть проституткой. Тогда никогда не отвечай на комплименты и не принимай ничего от незнакомых мужчин. Не расстраивай, мам. Не расстраивай, мам. Не расстраивай. Девушка, девушка, скажите, а вот можно вот эти? Нет, нельзя. Почему? А зачем они вам? У вас же все равно никого нет. Кому вы их показывать будете? А возьмите лучше вот эти. Какая-то бабушка в примерочной оставила. Как раз то, что вам нужно. Отличная модель. А откуда вы знаете, что у нас нет сексуальной жизни? Об этом все знают. Можно? Нет. А можно телефон позвонить? Мне мама просто просила перезвонить, а у меня телефон сел. А у вас пароль? Ну ладно, спасибо. Пожалуйста. Слава богу, вы по-русски говорите, а то я думал, мне надо афганский учить. Вы думаете, я что, с гор спустилась? Неудачный способ знакомства. Вы еще без акцента говорите, класс. Вообще, хотя я честно, в душе надеялся, что студентка из Ирака или там, может быть, из Ирана. У меня никогда не было секса с арабами. Или там с арабками. Ну, вы меня поняли. С какого Ирака? Меня в Европе все принимают за свою. Ну, понятно. Там сейчас очень много беженцев с Ближнего Востока. Я обожаю российские шуточки. Нет, не просто беженка, а минимум мисс Афганистан. Чего? Ну, Бриджит Бардо, Ближнего Востока. Ей 90 лет. Ну да, и вам не 20. Хотя, ну, достаточно молодо выглядит. Вообще-то Россия многокультурная страна, тут не только русские живут. Да, я этому как никогда очень рад. Это же, получается, сын у нас будет мулат, как Тимати. Чего? Вы любите рэп, нет? Нет. Ну, я это к тому, что наш Тимати, ну, то есть наш ребеночек, не будем его осуждать, если он вдруг полюбит рэп. Ну, что его осуждать? Главное, чтобы ему нравилось. Так, свободны. Я не свободен, я занят вами. Вы мне очень нравитесь, и я не могу уйти. Вы мне хамите. В смысле, я понимаю, но я на самом деле не хам. Я на самом деле очень застенчивый человек. Я почти аутист. А это видно. Нет, правда. Просто у меня такая ситуация. Когда я волнуюсь, я говорю какую-то шляпу, за которую мне потом стыдно. Вот. А я сейчас волнуюсь.
И это надо понять и принять. Я за тобой целый километр шел. И это все не шляпа. Шел и все время думал, как заговорить с такой красавицей. Так, стоп. Да. Вы за мной следили? Нет. Да. Ну, в смысле, я шел. Не заметила. Вы маньяк? Таких фантазий у меня еще не было. Насчет того, чтобы связать или там бить во время секса по лицу. Нет. Я не мастер по этим вещам. Но если вы хотите, я могу. А с чего вы взяли, что мне это нравится? Ну, ты маньяк, сказала, как-то с надеждой, что ли? Вот. С надеждой? Но я сейчас не отвечаю за то, что я говорю, потому что я сейчас как под кайфом. То есть вы наркоман? 228-я статья. Отлично. Нет, я не наркоман. Я имел в виду, что ты действуешь на меня как трава, в хорошем смысле. То есть если бы ты была мной и посмотрела на себя со стороны, ты бы охренела. Ты такая... Какая? Охренительная. Ну, то есть смотришь на тебя и думаешь, блин, как классно жить. У меня даже сейчас голова немного так кружится. Замечательные истории, спасибо. Только кофе холодный. Отлично, я куплю. Какой? Вообще-то я не принимаю подарков от незнакомых мужчин. Хорошо. Я Виктор, диджей. Диджей? Вот, по-моему, сейчас телефон... О, зарядился. Терся об штаны и до 12% зарядился. Такое бывает, смотри. Но ты сейчас меня не прогоняй. Дай мне шанс тебя удивить. У меня вообще все отлично в личной жизни. Все в порядке. Пойдем со мной на свидание. Ну, хорошо, ладно. Вы можете купить мне кофе. Отлично, я куплю. Латте карамельный. Супер. Но ничего кроме кофе вы не покупаете. Тогда я покупаю кофе, мы его пьем и дальше уже решаем, как замиксуемся. Зато трогательно. Он наглый и распущенный. Ты слышала, что он тебе говорил? А ведь ты его совсем не знаешь. Мам, я вообще никого не знаю, потому что ни с кем не знакомлюсь. Мне он понравился. Я хочу решать сама. Конечно, ты все должна решать сама. Но он тебе не подходит. Как я пойму, кто мне подходит? Сердце подскажет. Ну, мам. Ты же знаешь, я желаю тебе только добра. Не расстраивай маму. Не расстраивай маму. Очень сильно. И если будете это игнорировать, последствия будут ужасными. Я умру? Нет. Все намного страшнее. Вы будете жить. Долго и мучительно.
как я пойму, кто мне подходит? Сердце подскажет. Виктор. Что происходит? Не-не-не, сейчас вопросы задаю я. Хорошо. Девушка есть? Нет. Точно? Точно. Хорошо, следующий вопрос. Вы действительно считаете меня красивой? Да. Я считаю вас ослепительно красивой. Хорошо. Последний вопрос. Ваше предложение в силе? Какое предложение? Предложение. Ну, да. Что тогда? Пойдем. А ты же на службе. Да нет, у меня сегодня выходной. Просто мне как-то так, ну, комфортнее общаться с мужчиной, когда я... Ну, а ты мент? Плачу какие-то проблемы? Нет, наоборот. Ты очень сексуален. Скажи. Ты делаешь? Господи, мам! Приди в себя. Я в себе. Ты пожалеешь. Я пожалею, если я этого не сделаю. Я не узнаю тебя. Что стало с моей девочкой? Мам, у тебя в моем возрасте уже была 15-летняя дочь. Просто я уже давно не девочка. А кто ты? Я взрослая, умная, красивая, сексуальная женщина. Господи, что ты говоришь? Не хочешь слушать меня? Послушай дядю Анвара. Здравствуйте, дядя. Никто ей не указ. Сестра, может быть, ты ее образуешь? Я не узнаю тебя. Что случилось с нашей девочкой? Очень, очень, очень сильно рада вас всех видеть. Только, знаете, правда, нет времени. Давайте потом все обсудим. Мне все равно пойду. Я просто не сама решила. Мам, ну скажи, что ты мне прислать? Oh,
В рамках нашего сегодняшнего обсуждения мы говорим о почти несуществующих шансах сохранить любовь в современном мире. Взглянем, к примеру, на Бельгию. 72% разводов. В Америке и России этот показатель чуть ниже, в районе 50%. Причин тут, конечно, несколько. Люди стали жить лучше, чем, скажем, столетия назад, и могут себе позволить жить одни. Женщины стали зарабатывать практически столько же, сколько мужчины, и муж для них теперь не единственный источник дохода. По моему мнению, вот что убивает брак. В среднем человек заходит в свой телефон 150 раз в день. Интернет и всевозможные социальные сети дали каждому из нас такую возможность стать известным человеком, стать публичным, стать даже звездой. На страницах Фейсбука нас все время сравнивают с другими людьми, и очень часто это сравнение оказывается не в нашу пользу. Что же делать? Ответ – развиваться. Каждый день, каждую минуту. Многие из присутствующих ходят в спортзал. Почему мы ходим в спортзал? Потому что нас постоянно заваливают бесконечной чередой фотографий красивых людей. С красивыми фигурами. Мы рассматриваем эти фотографии, фотографии наших соседей, бывших одноклассников, и спешим в спортзал. Так почему же не сделать то же самое с нашим внутренним миром? Да. А в каком зале развивают внутренний мир? Хороший вопрос. В библиотеке, в книжном магазине, в театре, в кинозале. На концерте, на уроках, на разных лекциях, тренингах. Мы развиваемся, чтобы стать интересными. И чтобы оставаться интересными, каждый день пробуйте что-то новое. Только без экстрима, пожалуйста. Молвила тут Халкиопа, прекрасные очи потупы. О, Лисимах, властелин городов и любимец богов. Время пришло отдохнуть от забот ежедневных. Жезл свой доверь мне, и буду одними устами повелевать я над миром твоим до рассвета. Вот так, дорогие мои. С древних времен ничего не изменилось. Во время орального секса мужчина полностью в нашей власти. Мы повелеваем. Ну что, вы готовы почувствовать себя повелительницами? Да. Отлично. Цепочки снимаем, волосы убираем. Раз, два. Повелеваем. Ну, номер 6. А мы что сидим? Я думаю, достаточно. Тебе что, не понравилось? Нет, почему? Понравилось. Просто понимаешь, у меня в башке сейчас квартальный отчет и... Давай на выходных. На выходных? Ну да. Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшей в их доме француженкой и гувернанткой и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме. Положение... Бериндеев, что? А как она узнала? Записку нашла. Положение... О, прямо как у дяди Паши моего.
Он тоже на смс-ке прокололся. Он, конечно, клялся, что это по работе, но тетя ему не поверила и отсудила квартиру. А если бы он вовремя все стер, то и жили бы нормально. Ты считаешь, что изменять жене это нормально? Ну, это процесс-то естественный. Мы мужчины, мы так устроены, мы изменяем. Ты что, мне изменяешь? Ты что, дура? Бериндеев, выйди вон. От кого? По работе. А зачем стер? Да я всегда стираю. А что за допрос? Извини. Нам надо поговорить. Поговорить. Нам надо поговорить. Поговорить. Ты хочешь со мной развестись? Как ты вообще могла такое подумать? Мы же семья, мы родители. Иди отсюда. Ну, прости, прости меня, пожалуйста. Ну, просто подумала, может, у тебя появилась какая-то другая женщина. Вот. Вот об этом, Вера, я и хотел с тобой поговорить. Нет никакой другой. Пока нет. Но спустя 15 лет совместной жизни все может случиться. И это будет ужасно. Я начну тебе врать, Вера. Это разрушит меня как личность. А что будет с нашим семейным бюджетом, ты подумала? Мне же придется водить ее в рестораны, на тайные свидания в гостинице, дарить ей романтические подарки и, возможно, даже ювелирные изделия. Мы это не потянем, Вера. У нас ипотека. Да, на первый взгляд это тупик. Но выход есть. Наскучили друг другу?
Не грустите. Найдите себе пару на сайте Свингерландия и поменяйтесь партнерами. Свингерландия. Каждой паре по паре. Ну, я и пары нам уже подобрал. Вот, выбирай. Ну, не знаю, может, вот эти вот. Михаил дизайнер, Мария художник-кондитер. Мне кажется, они нам интеллектуально подходят. Свингерский стаж 3 года. Ша, мне нравится твой выбор. Я хочу, чтобы ты снял с меня лишнее. Это почти клаустрофобия. И где-то там переходим на личности. Я уже голая. Я хочу, чтобы ты снял меня с вешалки. Я словно кукла ненужная. Вот наступит зима, и тогда снежки. А пока лужи. Волнуешься? Я? Чего ты взял? Всего лишь групповой секс. Здравствуйте. Привет. Ну, проходите. Мы с вами где-то встречались. А я все думаю, Мира Васильевна, узнаете или нет? Я раньше была рыжая. Худякова? Бинго! А вы что, знакомы? Да, конечно. Вера Васильевна мне столько 2 поставила. 1000, наверное. Меньше. А я вас на сайте сразу узнала, говорю, Миша, давай. Мы все равно хотели попробовать, ну, с возрастными. Вот. Пойдем? Маша. Да, милый. Мы перепутали халат. Ой, ой, да ты что? Ой. Выпить хотите? Я не пью. У меня можете снизить. Вера Васильевна. Просто Вера. Ладно, немного вина красного. Угу. Пару колесиков не помешает твоим педагогам расслабиться. Маша, а что это за профессия художник-кондитер? А я делаю на заказ. Конфеты ручной вязки и авторские торты. А. Торты. Чего? Не торты, торты. Ага. Блин. Опять мне 2. Да нет, это скорее мне 2, как учителю. А вот это зачем? Цепи и плети? Да, это у нас Мишкина тема, он у нас БДСМщик. Что это? Ну, я люблю садо-мазо. Вы что, бьете женщин? Почему бью? Парю. Да вы не волнуйтесь, это дело добровольно. А у вас какая тема, Маша? У меня прозаичная, я просто люблю, когда меня насилуют. Да? Вот, да. А насиловать обязательно? Да нет, не обязательно, но желательно. Знаете, мы с вами неправильно сидим. Не по-свингерски. Ну вот, теперь порядок.
Ну да, так как-то удобнее. 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 А можно еще вина? А, конечно. У нас сыр еще есть. Хотите, Вера Васильевна? Просто Вера. Я помогу. Михаил, поцелуйте меня. Еще, пожалуйста. Ого, быстро они. Лорь. Вот ложи это сюда. Не ложи, а положи. Боль, ну чего мы с тобой раньше это не попробовали, а? Подождите. Так. За вас, свингеры. Верочка, может, тебе хватит уже, Вера? Борька, ну что ты такой нудный, а? Ну, займись делом. Я не знаю, изнасилуй Машу. Вера Васильевна. Ты пошла ты в жопу со своей Верой Васильевной. Торты она ложит. Двоечница. А вот так тебе, слабо? Вера. Святой равнины моря. Вечер тучи собирает. Вера Васильевна, может, хватит слезать уже, а? Не перебивай, учителя! Между тучами и морем гордо реет буря ветер! Черные волны подобны! Вера! Глупые пингвины робко пляшут! Тележитный путек! Только гордый буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем! Буря! Скоро грянет буря! Иди тут как-нибудь сами, мы пошли! Михаил, вы можете меня приковать и выбороть? Ну-ка, будет сделано, моя госпожа. Куда? Стоять! Боря, ты чё? Боря, ты чё, Боря? Ты только тронь мою жену, свингер. Боря, не матерись, ты смешон. Где ключи от наручников? Да где-то здесь валяются. Придурок! Придурок и ничтожество! Заткнись! Где ключи от наручников? Маш, где ключи? У меня в косметичке. Ну так тащи косметичку. Я ее на даче забыл. Извини, Борь. Ну, что ты теперь будешь делать, паяц? Боря, Боря, не так, Боря! Ты что делаешь? Боря, ты что делаешь? Боря, тряпки тащи, двоечница.
Нет, это еще не конец. Давайте продолжим и не будем отвлекаться. Нас ждет, я надеюсь, очень занятный эксперимент. У нас на сцене прекрасная супружеская пара. Как вас зовут? Елена. Макс. Елена и Макс. Очень хорошо. Сколько лет вы женаты? 17. Что ж, мы говорим о том, как сохранить любовь. Для того, чтобы сохранить любовь, надо представлять, что именно мы пытаемся сохранить. Вы знали, что за долгое время совместной жизни между людьми устанавливаются уникальные и измеримые энергетические связи? Дабы продемонстрировать их вам, я попрошу выйти на сцену еще несколько добровольцев. Да, прошу вас. Подойдите, да. Да, прошу, поднимайтесь. Очень хорошо. Так вот, в рамках эксперимента мы наденем на Максима специальный шлем, датчики которого будут считывать активность его мозга. Я попрошу наших добровольцев по очереди подойти и положить руки ему на плечи. А на экране мы будем видеть график, отражающий, насколько человек ощущает себя в безопасности, находится в состоянии психологического комфорта. Итак, приступим. Вот видите, друзья, годы имеют значение. Спасибо. Типа тут решил оставить. Вот, чё, пойдем. А,
смотрел. А? У тебя что, с ним было? Да она маленькая совсем еще. А я большая, да? В самый раз. Скажи мяу. Мяу. Громче. Мяу. Ты киса. Мяу. Мяу. Это что? Капец. Ну чё, как? Короче, я начинаю новую жизнь мить. Жизнь кисы. Секс, алкоголь, опять секс. Еще нужно все время быть пьяненькой и вот так вот смеяться. И всем давать. Супер. Просто найти первого, чтобы всем остальным говорить, ты у меня не первый. Мы сейчас целиком играем песню от начала. Ну, если что, я могу. Да? Шучу. Я с друзьями не сплю. Ты по-моему вообще ни с кем. Сейчас, слушай, сейчас мы будем стрелять меня проверят. Короче, пойду. Удачная охота, шлюха. Что натворила эта дурная девчонка? Ботинки соседям налила чернила и хохотала так звонко. В январе на санках она на метле, несемся во весь опор. Я в феврале играл на пиле, девчонка взяла топор. В марте мы пели, в апреле визжали, в мае плевали на мир и труд. Все нипочем воображали, взрослые пусть себе врут. Еще вчера все было нормально, сегодня ты взял и влюбился. Сегодня ты взял и влюбился. Взял и влюбился. Я буду ждать тебя там, я буду. Там, где всегда можно бить посуду. Там, где бардак, там, где бедлам. Я буду ждать тебя там. Все было нормально, сегодня ты взял и влюбился. Еще вчера все было нормально, сегодня ты взял и влюбился. Еще вчера все было нормально, сегодня ты взял и влюбился. Сегодня ты взял и влюбился. Взял и влюбился. Здорово. О, красотка. Так и ходи. Я думала, папа. Стоп. Че, батя не на базе? Оденься, иди. Че хотел? Здрасте, во-первых. Ну, было дельце. Дельце? Че, сауна опять остывает? Девочки замерзли. Не справляешься уже один? Лен, вот зря ты меня так демонизируешь. Я свежий, я трезвый, даже где-то чист. Ну, кто-нибудь оценит, непременно. Какая ты жестокая. Ладно, поцелуй Серегу от меня. Правое плечо. Давай, все, давай. Скажи, король порока, заходи. Красотка, салют. А что мне на плече? А почему тогда девушку не любишь? За безнравственность. За то, что он король порока? Слушай, не потом нормально, когда у человека в жизни по пьянству и разврат. Стараюсь тестить.
не только такие. Так что ты не подумай, я не замороченный на знакомстве с девчонками. А что в этом такого? Нет, ничего про... Ой. В смысле, я не озабоченный там какой-то. То есть ты не озабоченный? Жалко. Ой, я как бы... А быстрый секс интересует? В смысле, непродолжительный? Ну, секс день знакомств. А там как пойдет, можно и дольше. Смотрел «Нимфоманку»? Ты прикалываешься, что ли, Артём? Просто я люблю секс. Я какой-то озабоченный. В смысле, что я разобочен? Я какой-то озабоченный. В смысле, что я разобочен? And what do you do after work? Мы можем говорить по-русски, давай. Есть вопрос. Ты хочешь знать, я женат или нет? Нет, мне все равно. Очень хорошо. Мне кажется, я могу вам об этом сказать. В общем, я интересуюсь в области секса. Я не хочу быть вашей женой. No wedding, just fucking. Я хочу прямо сейчас отправиться в гостиницу, в отель. Make love. Can you show me your ID? Паспорт. У меня нет с собой паспорт. Я должен бизнес паспорт. Вы что, думаете, что мне 15 лет, что ли? Паспорт. Ваш паспорт. Мне нужен паспорт. Анюта. Геннадий. Классный рот. Простите, просто я вас не узнала. На фотографиях вы немножко по-другому выглядите. А куда мы поедем? Ко мне домой. Так сразу? Ну, а что время-то тянет? Только у меня паспорта нет с собой. Но нам паспорт не нужен, пока мы же не в ЗАГС едем. Женщина, стоять! Смотри в меня, сотри себя и будь во мне. В последний раз твоя вода в моем огне. Снега немыслимые эти сны. Они над ледяным унынием не властны. Вали давай, вали! Что случилось? С отцом что-то? Дядь Леш, давайте выпьем. А давай выпьем. Давай выпьем. Дядь Леш. Алло, что случилось? Соскучилась? Кто она такая? Любовница моя. Ну да, помоложе привел. Ну, а что, тебе можно, мне нельзя? Я задал вопрос, тебе можно?
Что ты сказала? Что ты сказала? Что ты сказала? Тебе можно, значит? Не бросай трубку, да? Стой! Как что там? Я хочу лишиться девственности при помощи вас. А? Ну, я понимаю, что это для вас неожиданно. Ну, просто если вы откажетесь, то я с первым встречным. Ну, вы же лучше, чем первый встречный. О, спасибо. Слушай, перезвони через полчасика, я немного занят. А у меня плановая дефлорация. Ну как, лишают человека невинности. Кстати, а у тебя она была когда-нибудь? Вот когда-нибудь она была? Вот маленькая. Говори нормально со мной. Говори уважительно. Не ори на меня. Не повышай на меня голос. Я тебе задал вопрос. Может, мне можно тебе или нельзя? Там уже жениться хотел на тебе. Жениться хотел на тебе. И, кстати, не на девственнице уже. Давно. Все, я не могу больше сегодня говорить. Меня тут люди. Да. Сейчас одна, потом через 15 минут другая. Я открыл здесь. Первое по решению девственности. Хорошо. А что тебя интересует? Классика или полный пакет? Классика. Хорошо. Тогда давай по позам. Значит, для начала ты снизу, я сверху. Потом я снизу, ты сверху. Потом я сзади. Уже посмотрим там в процессе. Дядь Лёш, вы можете как-нибудь по-другому? А в каком смысле по-другому? Это как? Ну, как будто вы меня любите. Нет, не могу. Я нет. Спасибо. О, не выдержала. Я так и знала. Тебя кого? Что страшно тебе? Мальчик, успокойся! Успокойся! Мить, ничего не было! Вот видишь, ничего не было. Сволочь старая! Отцепи его! Отцепи! Псих! Задушил! Отпусти ты! Отпусти! Ваня, 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 важно, ни боли, ни жажды, умрет и наш мир вчерашний, однажды дожди. Мне, Ваня, 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 важно, ни боли, ни жажды, крылатым умирает каждый, однажды дожди. Ми, что ты здесь устроил? Ты что, ревнуешь? Сейчас.
размечталась. Спасибо, что пришел. Ну, главное, пойми, мне честно, мне кажется, это твое. Да, я же говорю, материал-то интересный. Конечно. И главное, что, мы же не про бабки. Слушай, кругом деньги, но это просто, уже надоело. Да, надо понимать, что денег-то нет. Это не про бабки. Кстати, такого вообще, я, например, не помню. Такого еще не было в кино. Mm-hmm. Правда, честно. У тебя есть шанс войти в историю кино. Да. Ну, мы же друзья. Да. Ну что, тогда созвонимся? Да, давай. Ну, давай. Да, спасибо. Счастливо. Слушай, это абсолютно неадекватные деньги. Вон кто такой, что Ди Каприо? Да я говорил, что дохлый номер. И запомните, отношения – это труд. Итак, давайте закрепим некоторые тезисы, которые мы с вами тут обсуждаем. Мы говорим о том, как удержать любовь в современном мире. Первое. Развивайтесь. Всегда старайтесь поддерживать интерес своего партнера. Второе. Не находитесь все время вместе. Дайте себе возможность соскучиться друг по другу. Третье. Пытайтесь убить в себе ревность. Ревность приводит к скрытности и недостатку доверия. Четвертое. Не говорите с любимыми о том, что им неинтересно. Цените своих близких. Поддерживайте их в их увлечениях. И пятое. Я задам вам пару вопросов. У кого в зале есть дети? А кто хотел бы когда-нибудь иметь детей? Ну что ж, скажу одно. Нельзя заводить детей в надежде, что они спасут ваши отношения. Ребенок должен быть зачат в любви. Чем сильнее любовь, тем сильнее ребенок. Карлос Кастанеда, о котором, к сожалению, редко упоминают, как о воспитателе, писал следующее. Какое зачатие, такой и ребенок. И имел он в виду не внешность человека, а то, что вы закладываете его судьбу, его будущее. Если между вами любовь, то ваши дети имеют значительно больше шансов на счастье. И неважно, красивы вы или нет. А это ли не главное, чего мы желаем нашим детям? Это Никита Орлов. Он самый популярный актер в нашей стране, его все обожают. Понятно. Ну что ж, давайте прервемся на минуту. Друзья, вы смотрите канал Русонг ТВ, и прямо сейчас главные новости. В Москве прошел благотворительный аукцион «Чарити Базар» со звездами российского шоу-бизнеса. Самым дорогим оказался ужин с кинозвездой Никитой Орловым, который был продан за 100 тысяч долларов. Понимаете, добро нужно культивировать. Само по себе оно не появится в нашем мире, а
благодаря этому ужину дети получат то, в чем так давно нуждаются. Лена, мы можем как-то продинамить этих детей? У меня завтра смена в 6 утра. Это будет очень плохо выглядеть. А они прям очень больны? Максимально. И, пожалуйста, не опаздывай, ладно, сегодня. И еще, у тебя завтра встреча в 5 вечера. Перезвоню. Здравствуйте, господин главный продюсер. Никита, у меня для тебя только одно слово. Ты готов его услышать? Готов. Чапаев. Чапаев? Скоро юбилей, 100 лет со дня смерти. Что у тебя зимой? Уже ничего. Чапаев. Я Нина. Очень приятно. Присаживайтесь, пожалуйста. Да, благодарю. Над чем вы сейчас работаете? Боюсь, сейчас не могу об этом говорить, это секрет. Пожалуйста. Я умею хранить секреты. Чапаев. Неловкая. Извините. Благодарю. Нина, я извиняюсь, у меня, к сожалению, не так много времени. Да-да-да-да-да. Простите. Давайте выпьем. Нет, нет, нет. До дна я настаиваю. Я понимаю, что вы ужасно заняты, но я знаю, что вы потрясающе читаете стихи. Прочтите, пожалуйста, что-нибудь из любимого. Так, ладно. Был тихий час. У ног шумел прибой. Ты улыбнулась, молвив на прощание. Мы встретимся, до нового свидания. Это был обман, и знали мы с тобой, что... Черт, мы всегда в тот вечер мы прощались. Я вдаль смотрел, мятежной грусти пол. Мелькал корабль, зарёй уплывавший. Среди нервных изумрудных блюд. Вы так не дергайтесь, а то можете повредить руки, и они вам еще пригодятся. Где я? Что происходит? Хотите мятной воды? Она вас немного успокоит. Иди нахрен со своей водой! Так, а ну наручники отстегнула. Слышь ты, иди сюда! Как грубо. Но ничего, я вас прекрасно понимаю. У вас же стресс. Ты что, больная? Ты не понимаешь, кто я такой? У меня телефон президента есть. Личный. Ты представляешь, что с тобой будет? Ну вы же не можете ему сейчас позвонить, правда?
помогите! Кто-нибудь, помогите, на помощь! Помогите! Меня держат в заложниках, я известный артист! Помогите! Не кричите, пожалуйста, вас все равно никто не услышит. А, ну конечно, ты влюблена в меня. Послушай, Нина, я понимаю, как это тяжело. Обожать своего кумира, вожделеть его любви, мечтать хоть раз в жизни прикоснуться к нему, я понимаю. Но мы с тобой... Ты любишь не меня, а образ. Это что? Мне нужно ваше семя. Чего? Я хочу ребенка от вас. И мне нужна ваша сперма. Может быть, все-таки воды? Нет, спасибо. Какой бред. А почему я... Нет, понятно, почему. Нет, все-таки. Почему я? Мне кажется, это очевидно. Вы безупречны. Природа создала в вашем лице идеал. Нет, я не идеал. У меня куча болезней, патологий. У меня очень плохая генетика. А вот это все ваши карты медицинские за последние 3 года. Все идеально. Я гей. Что, правда? Нет, неправда. Я погорячился. Это слухи. А даже если вы гей, ничего страшного. Я не гей. Ну, допустим, я согласился. Ну, а как ты себе это представляешь? Я ждала этого вопроса. Уве Йонсен, Сара Эстлунд, в фильме «Фонтан страсти». А вам какую руку освободить? Вы... Фредерик Торнтон, Эмилия Свенсен, Йорген Свенсен, Присцилла Свенсен. Помочь вам с брюками? Не надо. Сегодня жарко, не правда ли, Гилберт? Они отвратительно играют. Ну зачем так плюсовать? Господи, я не могу на это смотреть. Выключите. Нина, я не могу так. Без живого человека. Пожалуйста, отпустите меня. Я уйду, мы обо всем забудем. У нас ничего не получится. Я, конечно, понимаю, что без живого человека очень тяжело. Да. Но есть еще способ. Я, конечно, не хотела, но, видимо, придется. Я тут ни при чем. Между нами ничего нет. И быть не может. Она меня сама похитила. И заковала наручники. Ну а что тебя западло, что ли? 5 минут и все. Сделал дело, гуляй смело. Вы что, тут оба, что ли? Не буду я этого делать. Я артист, а не осеменитель. Ну вот. Артист, представь, что это роль такая. Все, конец света.
Все, все вымерли, остались только вы, ты, она и стаканчик. Нина. Спасибо. Послушай, давай я тебе денег дам, а? Ну, чтобы как-то помочь тебе, ну, полегче, чтобы тебе было как на работе, чтобы ты был, да? Как у вас там это называется? Гонорар. Да, сколько у тебя сейчас съемочный день стоит? Много. Хорошо, не ломай, сколько? $100 000, ясно? Ты что, оборзел, что ли, а? Горюк. Ну, это неадекватная цена, ну, что он твой, это Ди Каприо, что ли, он этот, а? Ну, все, бывает. Не сошлись по цене. Отпустите меня, я никому ничего не скажу. Ну ладно, по рукам. Офшор есть у тебя? Слушайте, вы больные. Не можете зачать, идите в клинику. Да может он все. Нина! Можем мы все, можем. Ну так а в чем же дело-то? Почему я, а не ты? Да потому что я урод! Что, не видно, что ли? Нет. Ну, ты понимаешь, но он тоже... Да помолчи! Не видит он. Конечно. Что он понимает в уродстве-то, а? Я с этим всю жизнь. Не, нормально, нет, одноклассница моя у учителя просила, отсадите от меня этого урода. Ну, а потом насмешки, оскорбления. Я страдал. Да что я? Весь мой род по мужской линии. Тебе этот семейный альбом принести? Это ж корабль уродов. И я не позволю, чтобы мой сын так же страдал. Знаешь, как тяжело вот со всем этим пробиваться. Ну, ты-то, я смотрю, справился. Да, справился. Я поэтому в политику и пошел, что мне бабы не давали. Там нас много таких со сложной судьбой. Послушай. Я тебе как мужик мужика прошу. Войди в положение. Потом отнесись к этому. Ну, это тоже как благотворительность, а? Ну, не могу я. А ты говнюк, а? Тебе деньги предлагали? Перед тобой моя жена голая танцевала. Иди сюда. Хотя об этом никто не договаривался. Что значит не договаривался? Это чья вообще идея была? Это идея моя была. Но про стриптиз никто не говорил. А ты его чуть не здесь... Ну, что это? Давай ты не будешь только заводиться, ладно? Не надо. Почему? Почему? А? Как же? Вот он, а? Вот он, совершенный человек, да? Как ты говорила, идеал. Где я, где на, он? Выпей, конечно, мятный, да в жопу твою, в воду. А он прав. Ты меня еще в ресторане клеила. Игорюш, что я его не клеила? Он все врет. Он врет? Он врет. Ну а зачем гостя-то оскорблять? Он не врет. Это ты врешь. Ты врешь. И всегда мне врала. И врала, что я симпатичный. Тебе только бабки мои нужны. И ребенок тебе не нужен. Что? А ну-ка пошел нахер отсюда. А ну-ка сама прямой дорогой вот туда взяла и уехала. Куда ты уехал тут? Вот туда, в свой Мухосранск, откуда я тебя выковырила. Вот взяла и прямиком туда поехала. Да ты у меня по всей Москве голой жопой пойдешь, понял? Ты забыл, что мы с тобой в разводе официально? И конюшня твоя сраная на меня оформлена. И завод колбасный твой тоже на меня записан. Понял? А, вот она, раскрылась в танце. Сука, пригрел змею, похотливую. А ну-ка иди сюда. Забирай свои манатки и уебывай отсюда. А то что, маме позвони? Да, мемуары напишу, понял? Про всю твою херню, про диссертацию твою липовую, про секс наш по лунному календарю, про твоего дебила-астролога. Замолчи, ладно? И еще про комнату твою, секретную, со всеми подробностями и иллюстрациями. Заткнись, я сказал. Сам заткнись, урод. Все-таки урод. Забыл.
Слушайте, ну вы больные, конечно. Ведь вы же любите друг друга. Это же очевидно. Какой идеал вам нужен? Ведь ученые уже доказали давно, Кастанеда этот, что ребенок будет здоровый и счастливый. Вообще все у него будет круто, если по любви. Да я сука, завидую вам. Я даже не знаю, есть ли она. Это любовь. Это я, получается, урод, а не вы. Там во дворе машина, водитель вас отвезет куда нужно. Ладно, хрен с вами. Где эта ваша банка? Извините, но так а что все-таки с сексом? Ну, бывает иногда. А что с ним? Я имею в виду, как можно так много лет быть с одной женщиной? А, так вы про измены? Простите, я не расслышал. Да, я про измены. Понятно. Мы тут обсуждали такие серьезные вещи, а вопрос в итоге про измены. Ну что, есть мысли у кого-нибудь? Yes. Да. Вы их осуждаете? Я осуждаю все, что может причинить боль вашему супругу или партнеру, разрушить основу отношений. Безусловно, неверность может нанести большой вред и в конечном счете разрушить семью. Yes. Да. А вот если бы ваша жена вам изменила, вы бы ее простили? Ну, я никогда не был в такой ситуации, и надеюсь, что не придется. Но если рассуждать абстрактно, то, полагаю, для меня большое значение имели бы обстоятельства. Но вообще мне кажется очень странным ревновать к стимуляции эрогенных зон. А чего вы так уверены, что вам никогда не придется? Ну, секс для женщины почти всегда не просто секс. Это чувство, это переживание и, скорее всего, любовь. Но мне очень повезло. Разве можно кого-то любить больше, чем меня?
Ну что ж, друзья, на этой ноте мы завершим наше сегодняшнее обсуждение. Я с радостью готов подписать всем желающим книги. Я очень всем вам благодарен. Вы прекрасная аудитория. Спасибо. Твою мать. Хороший вопрос ты задала. А еще выпендрилась и села на самое видное место. И, по-твоему, никто ничего не заподозрит? Да? Ну да. Да и какая разница? Ты же все равно разводишься. Кстати, раз уж мне с ней говорить, если я разведусь, ты будешь жить со мной? Не знаю. А, ты не знаешь. Точно, ты не знаешь. Конечно, залезай на меня и давай привлечем к себе внимание. Конечно. Давай. Нет, поехали. Лиз, ты же знаешь, я люблю тебя. Я просто больше не могу это скрывать от тебя. Ты знаешь, как сильно я тебя люблю, но я не могу тебе не сказать этого. Я не думал, что со мной это снова произойдет, но я полюбил другую. Я полюбил другую. И я полюбил ее так сильно, что просто не могу жить без нее. Нет. Я дома. Уже выхожу. Представляешь, мой врач сегодня рассказал мне, что такое почетная смерть. И что же это такое? Смерть во время оргазма. Ладно. Врач сказал, что мужчины принимают Виагру, сосуды расширяются, а потом бах, и они умирают. Затем приезжают врачи, и им приходится сообщать жене сразу две плохие новости. Хотя бы в тебе я могу быть уверен. Слушай, у меня к тебе важный разговор. У меня к тебе тоже важный разговор. Эд, принесешь мне мои капли? Они на столике возле кровати. Я не это просил. Эдвард, это Филипп. Филипп, это Эдвард. А, Филипп, да вы француз. Рад знакомству. А почему Филипп сиреневый? И зачем нам Филипп? Во-первых, он фиолетовый. И это цвет мудрости. Ну, конечно. А во-вторых, сколько раз ты занимался сексом за последний год? Один. А сколько раз я занималась сексом за последний год? Сколько? Ну ты что, дурак? Тоже один. Эдвард? Эдвард.
Ты же знаешь, мы еще с самого начала решили, что всегда будем говорить друг другу только правду. Да. Так вот, я хотела бы тебе сказать, и я хочу сказать. Только не злись, пожалуйста. Мне очень не хватает секса. Я понимаю. Прошу тебя. Ну, то есть я не знаю, я... Мое тело по-другому устроено. Я думала, что он мне не нужен, но оказывается нужен. Прошу, постарайся понять меня. Потому что, если бы ты мне такое сказал, я бы попыталась понять. И Филипп больше не помогает. Филипп? Филипп. Le pauvre, il est inutile. He dances. Он еще и танцует. Пижон. Лиз. Я могу исправиться. Я могу больше, чем раз в год. Думаю, дело здесь, не в тебе. Окей. Эд, послушай меня. Я знаю, что сейчас скажу ужасную вещь, но я хочу быть честной, потому что ты самый близкий мне человек на свете. Я хочу переспать с другим мужчиной. Что, прости? Просто секс. Просто секс? Ну тогда понятно. Я хочу секса с молодым мужчиной, и считаю, что и тебе стоило бы. Секс с молодым мужчиной? Я не хочу секса с молодым мужчиной. И со старым тоже не хочу. Вообще ни с каким. Тогда с девушкой. Я не против, если это не угроза нашим отношениям, если это на один раз. Почему ты уверена, что у тебя будет на один раз? Мне кажется, у меня нет шансов на второй. Да, конечно, есть. С чего ты взяла? Не думаю, что он сам настроен на второй раз. Не говори ерунды. Конечно же, он... Подожди, он? Уже есть он? Вроде того. Вроде того. Он красивый? Очень. Молодой? Очень. Прекрасно. То есть тебя арестуют за педофилию? Если для тебя это слишком, я не стану. А для тебя это явно слишком. Если тебе будет больно, я не стану. Ты в него влюблена? Нет. Как можно любить кого-то, кроме тебя? Как приятно. Что ж, Лиз, если ты считаешь, что это сделает тебя счастливее, что тебе будет лучше, я тоже буду счастлив. Не вижу большой разницы между твоим другом, танцующим Филиппом, и этим новобранцем из детского сада. Особенно раз ты говоришь, что там нет никаких чувств. А когда хотя бы это рандеву? Через 2 часа. Через 2 часа? Ну, как здорово. А что бы ты сделала, скажи я нет? Не пошла бы? Так нельзя, ты же обещала. Обещание нужно сдерживать. Я знала, что ты джентльмен. Я люблю тебя. Пойду. Желаю удачи. Ну вот, Филипп, остались мы с тобой одни.
невозможно укрыться под чужим зонтом. Зачарованы птицы проливным дождем. Чайный стол твой усыпан лепестками роз. Ты же знаешь, все не так, все у нас всерьез. Не уходи. Все впереди. Невозможно подняться выше облаков. Передумала? Ты чего не отвечал? А зачем ты поднялась? В смысле зачем? Ты сказал ждать внизу и никуда не уезжать. Может, я переживала, что она тебя убила? Может, она и убила. Ты устал? Я тоже. Может, кофе выпьем? Сделаешь? Может, лучше ты сделаешь? Хорошо, попытаюсь. Как пожелаете. Помнишь мою подругу Машу? Я тебе про нее говорила. Мы с Машей вчера сходили на тот странный перформанс, про который я рассказывала. Называется «Игра в тебя». Я хочу, чтобы ты со мной сходил. Татьяна. Что? Поставь чашку, пожалуйста. А что такое? Просто поставь чашку. Почему? Там яд? Ты что, хотел кого-то отравить? Нет. Это чашка Лиз. Только она из нее пьет. Ты ей сказала нас? Может, тогда только она и трахаться с тобой будет? Может. Иди сюда. Сейчас. Иди.
Эд. Эд. Ты что здесь делаешь? Ты почему не дома? Да как-то не хотелось дома сидеть. Как прошло? Я не смогла. Не мое это все. Что ж, всегда хорошо самому дать по тормозам. Это что? Ты что, с кем-то подрался? Бешеные поклонницы напали. Я упал на кухне. Еще чашку твою разбил, прости. Да черт с ней, с чашкой. Вдруг у тебя сотрясение? Надо в больницу ехать. Не хочу в больницу. Пойдем домой. А ты точно не врешь мне? Не вру. Ты правда упал? Правда. Пойдем. Пойдем. А еда есть у нас дома? И вино? Есть. Дома все есть. Встретиться проблема трудная, планета вертится, круглая, круглая, летит планета вдаль, сквозь суматоху дней. Нелегко, нелегко полюбить на ней. Звенит январь, стая вьюга, и вмиг лещут упруга, и звезды мчат дней. Нелегко, нелегко.